Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, который полностью посвящен откровениям Саши Харитоновой о сексе в Доме-2. Эта скандально известная участница телепроекта дала интервью журналистам, в котором рассказала о своих занятиях любовью на проекте и за его пределами. Она раскрыла интимные секреты телестройки. Саша Харитонова никогда не отличалась скромностью, она была довольно раскрепощенной и никогда не стеснялась говорить о близости с мужчинами открыто. Проект же сделал ее еще более раскрепощенной. Тема секса никогда не была у нее под запретом. Харитонова охотно обсуждает детали интимной близости с мужчинами и обменивается опытом с подругами. Все это мы с вами наблюдали в ночных эфирах. В рамках реалити-шоу яркая участница также ни в чем себе не отказывает. Харитонова раскрыла некоторые секреты, которые хорошо известны лишь тем, кто регулярно проводит время на телестройке. Несмотря на расставленные повсюду камеры, Саша утверждает, что на поляне есть такие места, где можно уединиться и остаться при этом незамеченными. Все участники поляны знают о существовании таких мест, где можно заниматься сексом, и об этом никто не узнает. Харитонова рассказывает, есть комната для тет-а-тетов, там никто не снимает. В ванной тоже можно остаться наедине. Как утверждает Харитонова, со временем она стала куда проще относиться к интимной близости с мужчинами. Раньше она была убеждена, что без любви об этом не может быть и речи. Сейчас же девушка готова позволить себе короткие романы без любви, в которых будет только страсть. «Можно заниматься сексом без любви, а можно по любви», – рассуждает Харитонова. «И полюбить после секса можно. После интимной близости ты можешь понять, что вас связывает нечто большее, чем просто животная страсть. Что вообще такое любовь? Я испытывала это чувство 3 раза в жизни и не думаю, что смогу полюбить еще раз. Раньше я относилась к интиму более серьезно, а с возрастом это изменилось. Если я с кем-то занимаюсь сексом, то это не значит, что он мой будущий муж». В свой первый приход на проект Харитонова запомнилась зрителям страстным романом со Степаном Менщиковым. Во второй приход Саша крутила несколько романов, вот только те, о которых знают зрители. С Тимуром Гарафутдиновым, ради которого Саша и вернулась. С педагогом школы актерского мастерства Саидом Нигматуллиным. А затем с юным Владом Малевановым. Вполне вероятно, что у Харитоновой были и другие короткие романы без любви, которые не попали в телекамеры и, соответственно, на наши телеэкраны. В интервью Саша рассказала, в какие комические ситуации она иногда попадает с мужчинами. «Как-то у меня случился курортный роман, очень страстный. В очередной раз мы залетаем в номер, начинаем с порога целоваться, раздеваться. Он меня резко сажает на стол, и в этот момент летят на пол фрукты, чашки, все, что стояло на этом столе. Было не столько смешно, сколько по-детски забавно. Еще как-то раз мы с молодым человеком оказались у него дома, в его комнате, а за стенкой спали родители. Было смешно из-за того, что мы старались сделать все тихо, чтобы нас не было слышно, но кровать предательски громко скрипела. Вот тогда и я, и он смеялись в голос». Вот такие откровения Саши Харитоновой, но вряд ли после этого интервью у зрителей поменяется к ней отношение. Ведь ее экранный образ именно такой и есть. Девушка секси, у которой много непродолжительных и несерьезных романов с мужчинами. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.